Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в связи с тем, что в последнее время лучше оставаться дома, что я в принципе и делаю всегда, я решил устроить некий стрим-марафон, играя на Xbox One 10 часов подряд. В чем суть? Завтра, а именно во вторник, с 10 часов утра начнется стрим, который будет идти 10 часов подряд. Данная трансляция пройдет на втором YouTube канале и на Mixer канале. Если что, ссылочки на эти каналы я оставлю в описании и в закрепленном комментарии под видео, поэтому переходите и чекайте. На самой трансляции мы будем играть в различные игры. Если что, по предварительному списку это Гирза 5, Fortnite, МК-11, Forza, Rocket League и Колда новая. Если что, это пока не точный список игр, может быть что-то поменяется, в какую-то игру мы вообще не будем играть. Но так или иначе, это список игр, которых мы будем придерживаться. Если у вас вдруг есть какие-то другие пожелания по другим играм, то пишите их в комментарии, мы тоже их рассмотрим. Также самое интересное в этой движухе то, что вы за всем этим можете не только понаблюдать, но еще и поучаствовать. Во всех играх, где будет свободное место, у вас есть возможность поиграть вместе с нами. Если вдруг желающих будет очень много, то в каких-то играх мы можем создать частную по типу Гирза 5 или Колда. Если что, на стримах в некоторых играх будут присутствовать некоторые админы GPX, Vigil, Snoopy и, может быть, кто-то еще подойдет. В общем, всех вас завтра жду на стриме, приходите, ссылочки в описании. Единственное, что может помешать во всем этом, это, пожалуй, интернет, который может просто рипнуть стрим, возможно, обновление какой-нибудь игры или просто падение лайва. Но я очень надеюсь, что завтра пройдет все отлично. Если вдруг что-то пойдет не так, я в любом случае вас буду держать в курсе во всех социальных сетях. И на ВКонтакте, в Инстаграме, на втором YouTube канале во вкладке сообщества, короче, в любом случае найдете. Если что, окончательный список игр и их расписание я также публикую во всех актуальных соцсетях, поэтому чекайте в закрепленном комментарии под видео. Если вдруг вам понравилась идея, то ставь лайк, подписывайся на канал, обязательно пиши свое мнение по поводу вот этой вот идеи. Не забывай писать свой список игр, которые бы ты предложил поиграть в эти 10 часов. И если такой вот марафончик зайдет, то его можно будет когда-нибудь повторить. В общем, большое спасибо за просмотр, увидимся завтра на стриме.